И, конечно же, снова всем привет, кто смотрит это замечательное видео. Меня зовут Олег Брейн, и мы проходим с вами модификацию Aberration. Давайте посмотрим, мы упали в какую-то задницу, конечно же, вот оттуда мы свалились. Да, печально, вместе с нами свалился малышка Страйдер, но я его не вижу. Маленький детеныш Страйдера. Это вторая глава, всего в игре три главы. Считайте, что половину мы прошли. Уже получили дрободан. Дрободанище. Хорошо. Пошли, пошли, посмотрим. О, а ты кто такой? Давай, блядь, до свидания. Черт. Мать честная, так. Ладно. Проблемы хотите, да, сучки? Ну, хорошо. Сейчас я вам сделаю маленький сюрприз. Вот скажите... О! На-на... Хорошо. Это было круто. Это было просто офигеть, как круто. Да. Фанаты желудя что-то вообще разошлись в последнее время. Вот так вот. Так. О, хорошо. Лесу лесной. Так, там аптека. Хелзы есть, хелзы. Так. Ой, к сожалению, альтернативный огонь закончился, друзья. Но, тем не менее, все равно это очень круто. Так, погнали. Что у нас тут? Чем порадуете? Судари, чем вы порадуете нас? Роберта нету. Роберто. Ой, прибежали. Прибежали, мать твою. У папки есть дрободан. Headshot. Unstoppable. Monster kill. Вот так вот, да. Родом из Квейка, как говорится. Родом из детства. А, что у нас тут такое? Есть что-то? Нет? Блин, ну нарисованная ручка, это, конечно, няшно, но... О, там было что-то. Так, хорошо. Хорошо. Понял, да? Ты кто такой? Новопроспект. Круто. Получивший. Так. Ладно, парни, гоним вперед. Не только парни, но и девушки, конечно же. Слабый пол тоже. Ох, гренка, хорошо. У нас есть грена. И я так понимаю, что сейчас ее надо где-то будет использовать. Так, сохранимся, пожалуй. Никогда не помешает, потому что новое помещение. Я так понимаю, что здесь нас будут ждать большие, мать его, проблемы. О, все, защитное поле заработало. Так. Ага, агашечки, вот что такое. Я нажал какую-то кнопку, и я так понимаю... А, на, блядь, давай. Хэдшот, мать твою. Первый пошел, второй пошел. А, хорошо. Простые, знаете, довольно про... Не надо бежать так. Вот что мы открыли, по ходу дела. Вот что мы открыли, поэтому движемся, наверное, сюда. Най-най-най-най-най. Я не представляю мира без тебя. Мой любимый солдат Альянса. О, как вас много. Но я люблю, когда вас много. Я люблю всех вас убивать, твари. Ну и что? Ну и кто теперь папочка здесь? Конечно же, Брейн папочка. 2, 4, 6, 8, да? Около десятка, тупо разваляли мы. Я даже патроны не экономлю, зато из сапожек. Ну что, сапожек, отныне ты будешь моим оберегом, наверное. Будешь оберегать меня от злых духов. Так, это не провалится подо мной? Тихо. Что за звуки? Шо? Иди, сапожек. Я надеюсь, своим зловонием того, кто свою ногу засовывал в тебя, ты им все покажешь, все расскажешь. Ты их всех покараешь. Так, сапожек может пройти через... защитное поле. А дядюшка Брейн не может. Вот такой вот злой подарок судьбы. Побежали. Побежали, посмотрим. Жалко, что тут нельзя в кооперативе. О, арбалетище. Арбалетище, это хорошо. Арбалет довольно мощное оружие. Только надо уметь с него стрелять. Да, оно долго стреляет. Так, я так понимаю, долго летит стрела на самом деле. Прицелиться из арбалета и сделать контрольный выстрел. Запомнили? Учтем на будущее. Так, ну что, двери заперты. Я точно знаю, что оттуда появится какая-нибудь неведомая фигня, то есть, которая захочет меня убить. А, так.
Что там такое? Бочки. Бочки — это круто, конечно. Ничего не скажешь. Так. Хорошо. Пока что тихо. Но эта тишина, друзья, до поры до времени. Я вам сразу говорю. Но это довольно очевидные вещи. То есть тут удивляться нечему. Там ничего нет. Нам точно надо вниз. Это даже не обсуждается. Что это, гранаты? Шо? Что там такое? Я так понял, что тут надо что-то включить, наверное, нет? Было бы странно. Да, наверное, надо отключить. Давайте подумаем тут. Можно пройти, нет? Угу. Ну что я могу сделать? Давайте прицелимся, наверное, так. Поможет это как-то, нет? А, нет, стоп, 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 стоп. Конечно, да. Что-то я тупанул. Вот так, наверное, да. Было бы очевидно очень. Нет? Нет? Ой! О! Так, где мой арбалет? Без тебя, без тебя. Классно, у вас глаза светятся, как у котов. У кошечек, у котов. Ня! Ну что, кому еще порции лучей добра? Иди сюда. Хорошо. Хорошо. Хорошо лежим, да, ребят? Так, побежали. Я так понял, что они откуда-то прибежали, значит, что-то где-то сработало, да? Значит, я, наверное, не назад же бегу, правильно? Было бы смешно, да, прибежать назад? Ладно, не страшно. Даже в какой-то мере хорошо то, что мы так побегаем. Вот, еще ниже можно. Хорошо, убираем. У нас мало патронов. Так, если посмотреть. На-на-на-на-на-на. Так, тут заперто. Здорово. Давай, до свидания. Да, мы здесь не были. Что-то где-то открылось и... О, здорово, пройти. Папа, папа, что они сделают со мной? Ничего хорошего, сынок. Так, что тут еще есть? Так, это тоже надо, да, как-то взорвать, наверное. Граната. Давайте кинем. Да, работает. Система Брейна работает. Берем опять. И я так понимаю, что теперь там поле должно было отключиться, наверное, да? Прибежали, вон, бегут уже. Уже бегут. Первый пошел. Давай, давай, дядюшка Брейн вас встретит. Ублюдков. Ну, давайте, ребята, в темпе. В темпе, в темпе, в темпе, ребята. Первый пошел. Первая няша. Сейчас пойдет вторая няша. А можно сквозь забор, интересно? Конечно, можно. Это ж Half-Life еще. Здравствуй. Здравствуй. Первое правило Брейна. Здороваться со всеми, кого ты встретишь. Так, стоп, здесь лифт был, да? Можно спуститься было? Нет. Нельзя, нельзя. Ну хорошо, побегаем еще. В принципе, не страшно. По ходу дела надо открыть вот это поле защитное. Убрать его. Так, что тут? Угу, вот оно что. Ой. Здесь какой-то туман. Я не очень люблю эти туманы все. Со времен Silent Hill. Это очень опасно. Я так понимаю, что сейчас, наверное, какая-то хрень вылезет. Было бы очевидно. Да, нам разбросаны аптечки, разбросаны разные патроны. Странно. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Нет. Красиво, смотрите, какое рассеивание, видите? HDR, друзья. Вот, во всей своей красе. Угу, все, я знаю, куда идти. Там горит красная пимпочка на пульте управления. Давайте. Включим. Так понимаю, это платформа какая-то, да? Ой, блядь, твою ж за ногу. Чтоб вы были здоровы. Так, система проста, как 5 копеек. Кидай. Вот. Раздача добра пошла, прошла успешно. Первый малыш Страйдер готов. Еще один остался. Сейчас папочка Брейн тебя накормит, тварь ты такая.
Вот так вот. Фейл. Так, все. Счастье было мимолетным, видимо. Я только-только разогрелся, и, как вы видите, по ходу дела все. Нет? А, судя по музыке, которая сейчас заиграла, я так понял... О! Ой, ой! Ребят! И, блядь, имейте совесть! Какого хрена вообще? Так, где я там записался? Как далеко! Блин! Ладно, вырежем кусочек. Ну что, ребятки, я перепрошел этот момент, и у меня и жизни побольше, и энтузиазма тоже. Так что ждем новую порцию мяса, которая сейчас придет. Я тем временем хочу туда бочки подкинуть, потому что они несут в себе большую разрушительную силу, это нам нужно. Так, ставим. Или они с другой стороны придут, это было бы интересно. Ждем. Ждем. Так, надо еще бочек парочку найти. Вот еще одна. Вы помните, да, меня они убили в прошлый раз. Я сейчас уже записался. Как-то забыл про этот момент. Вот так. Все. С этой порцией тоже разобрался. Ждем дальше. Я так понимаю, будет 2-3 волны, наверное. Нет? Жду. Ага, вот оно. Они бегут, видите, теперь с разных сторон. Ой! Тихо. Жизни. Вы мне так нужны. Так, с этой порцией тоже расправились. Побежали дальше. Так, здесь мы лампочку-то нажали. Там была зеленая. Тихо. Получается, теперь сверху, смотрите, бегут. Если мозгов у них хватит, они... Ага, вот оно что. Окей. Поднимаемся. Посмотрим, куда это нас приведет. Патроны есть, костюм есть. То есть не так страшно. На самом-то деле. Я так понял, что нам надо, наверное, на самый верх. Да, вот как мы едем. Загрузка. Типичная загрузка для всех Half-Life. Локации подгружаются. Это нормально. Для того времени было очень даже нормально. Ну что, я думаю, пора уже третью главу начинать, нет? Было бы неплохо. Да, третья глава, друзья. Делаем небольшой перерывчик и продолжаем через некоторое время. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Это была модификация Aberration вместе с Олегом Брейном. Пока-пока.